белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Почти 200 лет прошло с момента создания этих строк, но свою актуальность они не потеряли и по сей день. А действительно, многие люди в надежде обрести лучшую жизнь покидают свою малую родину и за счастьем отправляются кто куда. Одни переезжают в большие города, другие пробуют свою силу за рубежом, но зачастую итогом скитаний становится возвращение домой. И сегодня мы попытаемся разобраться, каково это быть на чужбине и всегда ли перемена мест слагаемых их меняет сумму, то есть жизнь. В родной Сыктывкар выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анна Соколова вернулась сразу после окончания учебы. Имея на руках красный диплом специалиста международных отношений, девушка стояла на перепутье, чем заниматься дальше. Была возможность остаться в северной столице и строить карьеру там, но чужой город девушку совершенно не привлекал. Я и по семейным своим обстоятельствам, то есть у меня здесь был молодой человек, который стал уже моим мужем сейчас, и родители, то есть и друзья, и в принципе сам город меня устраивает, то есть он небольшой, комфортный. Нравится транспортная доступность, то есть я в любое место города могу попасть минут за 15. Там, в Петербурге, я ехала 1,5 часа до учебы, то есть это пересадки на метро, на автобусах, пешком. И обратно столько же. То есть даже если у тебя одна пара в университете, тебе надо потратить часов 5, наверное, на это. Поэтому здесь у меня работа в шаговой доступности. То есть я не трачу такое время на транспорт, таких денег на транспорт. Но люди там более заняты, более сконцентрированы на себе, скажем. То есть они хотят достичь своей цели, то есть они работают там до 8, до 9 часов, пересиживают, то есть... Здесь, мне кажется, человек более настроен на семью, более спокойный, размеренный образ жизни. Можно заниматься хобби своими какими-то, то есть в свободное время от работы. Там ты меньше можешь уделить этому внимания. Поэтому, в принципе, был выбор сделан в пользу этого, и устроиться на работу оказалось, в принципе, несложно. Учась на последнем курсе университета, Аня узнала, что в Сыктывкаре открыт конкурс на госслужбу в агентство по физической культуре и спорту. Недолго думая, девушка подала документы, прошла отбор и получила заветную должность. В итоге работа появилась даже раньше, чем диплом. Я устроилась сюда без опыта работы в агентство. Скажем, направление работы у меня тоже не совсем по специальности, но получилось достаточно легко, то есть особых сложностей у меня не было. И доверили ответственный такой участок работы, то есть я сейчас занималась подготовкой Кубка мира мастеров международных соревнований по лыжным гонкам. Довольно успешно он прошел, этот проект, и реализован. И, в принципе, я считаю, что это опыт такой неоценимый для меня. Не скажу, что где-то я бы смогла еще такой опыт получить. Мы общались с иностранными спортсменами, с федерацией международной, как подготовить эти соревнования, как их провести. Очень много было различной организационной работы в течение полугода, наверное, больше. Наши следующие героини из родных мест уехали сразу после окончания школы. На новом месте жизнь у девушек задалась. Интересная учеба, новые знакомства и возможности дальнейшего профессионального роста. Прожив вдали от отчего дома несколько лет, девушки с уверенностью говорят, попробовать свои силы в чужом краю стоит. Главное, место правильно выбрать. Юля родом из города Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа. 3 года назад девушка окончила школу и стала задумываться о своей дальнейшей судьбе. В маленьком городке перспектив для себя выпускница не видела, но и в мегаполисы ехать как-то не хотелось. Недолго думая, Юля решила попытать счастье на родине своей мамы, в Сыктывкаре. Родилась тут моя мама, выросла, также училась, закончила высшее образование. И я захотела пойти по стопам мамы и вернуться к ней на родину. В Сыктывкаре Юля поступила в Коми-Республиканскую академию госслужбы на специальность управления персоналом. Девушка признается, в ее жизни это был переломный момент. За 3 года, прожитых в Сыктывкаре, этот город стал для нее по-настоящему родным. Я нашла себя, я нашла своих родных людей мне, близких, даже так сказать, друзей. Я думаю, что вполне можно тут остаться, работать и заводить семью. Похожая история у студентки Сыктывкарского государственного университета Валерии Пашинской. За исключением того, что раньше с республикой семью Валерии не связывало ничего.
Я увидела, что в Сыктывкарском вузе есть кафедра журналистики. Меня это привлекло. Я поступила сюда. Почему нет? Сейчас для Валерии наступила самая горячая студенческая пора. Меньше чем через месяц девушке предстоит защитить диплом по специальности журналистика. Бессонные ночи ноутбука чередуются с поисками работы. Возвращаться в родной Яринск молодая журналистка не хочет. Девушка уверена, что для начинающего специалиста Сыктывкар – отличная площадка для старта. Сыктывкар за 5 лет стал уже родным, и поэтому я активно ищу работу. Мне нравится, что город небольшой, и поэтому в нем просто. То есть по сравнению там со столичными городами он намного такой домашний. Если я останусь в журналистике, если мне получится остаться в журналистике, то именно в этом городе проще всего будет себя реализовать. Я из глубинки, и поэтому возвращаться домой – это бесперспективно. И единственная возможность как-то себя реализовать – это остаться в городе. Подготовка к эфиру ведущего программы «Случай из практики» Ярослава Орешкина начинается с определения темы. Здесь главный критерий – это актуальность. Основная цель, которую ставит перед собой ведущий – в максимально доступной и интересной форме подать материал зрителю. Задача эта далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд, потому как зачастую сталкиваться приходится с совершенно новыми областями знаний. Например, предмет разговора сегодня – безопасность младенцев. Для меня, перед тем, как я готовился, конечно, безопасность младенцев – это такая непонятная тема, учитывая, что я не отец, но у меня много племянников. И оказывается, что безопасность младенцев зависит не только от инфекций, болезней, но еще оказывается, что ребенка можно задавить во время сна. И это, конечно, для меня было большим открытием, и мы будем обсуждать, я буду много вопросов задавать о том, как этого избежать, чтобы этого не произошло, потому что это очень опасно. Внешний вид для ведущего – вещь первостепенная, и без стилиста в этом случае не обойтись. Ольга меня готовит к эфиру, она берет пудру, какой-то там нюанс какой-то. Вот смотрите, пудра, сейчас она берет, и легким движением руки она превращает, как это, Шрека в принца. Да? Да. Вот мне всегда интересно, как вот гример, стилист не попадает в глаза? Ведь красит практически вот прям под ресницами. Ольга, как вот это так происходит? Что это за искусство? Где ему учат? Это большой секрет. Была однажды практикантка, девочка, и меня почему-то дали ей. И, в общем, она мне попала в глаз тональным кремом. Да, очень было тяжело, но я жив. Гостей Ольга тоже готовит. Они идут, конечно, в натуральном виде, так как я от природы хорош, но, естественно, тоже с корректировками, которые вы сейчас видите на своих экранах, дорогие друзья и телезрители. В тележурналистике Ярослав с 13 лет. В Сыктывкар молодой человек приехал в прошлом году. До этого долгое время жил и работал в Волгограде и Москве. Недолго думая, Ярослав отправил свое резюме на телеканал «Юрган» и получил предложение поработать на крупнейшем канале региона. Мне очень это предложение понравилось. Мне предложили свободу творчества, возможность лично развиваться, профессионально развиваться. Я, конечно, не мог отказаться от этой. Я очень благодарен и руководству канала, и, в принципе, там, телезрителям, поскольку мне дана возможность вести и телепрограмму «Персона», это серьезное интервью, и программу «Случай из практики». Ты знаешь о том, что это дневное ток-шоу на самые разнообразные темы, и получается, что я разнообразно занят, и мне это очень нравится, я очень рад этому. В большом городе, по признанию Ярослава, жить непросто. Мегаполисы подходят не для всех. Москва такой город, что она требует определенного настроя. Я могу тебе сказать о том, что когда я уезжал из Москвы, я Москву не любил. И поэтому для меня предложение уехать в Сыктывкар, город, в принципе, спокойный, уравновешенный, довольно такой, в хорошем смысле, семейный, для меня было на тот момент очень и очень, как это по-русски говоря, в жилу. Мне очень нравится в этом городе зима. Да. Потому что зима здесь шикарная. Я, поехал отмечать Новый год в Волгоград, ну, потому что там родственники, это семейный праздник, и увидел там, ну, традиционную грязь, кашу, там дождь зимой, то есть там по снегу практически бывает, это мало его. Поэтому, когда я вернулся, я понял, что надо было всех своих родственников собирать здесь отмечать Новый год, потому что вот здесь настоящая красивая зима.
В свое время Ярослав много поездил по центральной части России. Есть чем сравнить наш город и Коми в целом. Приехав в республику, журналист был приятно удивлен. По словам Ярослава, здесь молодому человеку найти применение для себя намного проще, нежели в других регионах страны. На мой взгляд, здесь большая свобода для творчества, поскольку республика экономически развивается стабильно, и последние там, лет 10-15 она развивается довольно там, семимильными такими шагами, довольно быстрый темп. Поэтому все то, что, скажем, там, в Европе, в Москве уже было придумано, здесь этого пока еще нет. Поэтому, мне кажется, простора для творчества, для такого парня или девушки как-то с амбициями, который может схватить и развить, я думаю, что здесь много возможностей. На мой взгляд. Ну вот я так считаю. В 2010 году Семен Кулешов, в прошлом известный радиоведущий и шоумен, переехал из Сыктывкара в Прагу. Решения о смене места жительства спонтанным не было. Жизнь сложилась таким образом, что перемены назрели сами собой. В городе Сыктывкаре как бы определенные высоты были достигнуты. Да, я там 10 лет отдал себя радио. На вообще шоу-бизнесу, и поэтому определенного потолка достиг. То есть нужно было, если продолжать дальше в шоу-бизнесе, то нужно было перебираться куда-то в центральные города, в Москву, там, в Санкт-Петербург. Но и почему не была избрана Россия? Да? Потому что Россия везде одинаковая. Но если какие-то нюансы в родном городе преодолевать легче, то в других городах России с этим несколько сложнее. Первый год жизни в чужой стране выдался спокойным и беззаботным. Основными занятиями в то время были изучение языка, погружение в европейскую действительность и знакомство с новыми людьми. Опыт работы в шоу-бизнесе пришелся кстати. Буквально за несколько месяцев Семен стал своим в русскоязычной диаспоре и начал заниматься привычными делами. Получал приглашение на проведение какого-то не было вида мероприятий. Ну, то есть то, чем я занимался и в городе Сыктывкаре. На одном из таких мероприятий меня увидел владелец одной крупной компании, крупнейшая русскоязычная компания, которая в Чехии занимается недвижимостью, инвестициями в недвижимость, предложил поработать в недвижимости. Ну и, собственно говоря, я прошел курс обучения, я стал сертифицированным чешским риэлтором. Новая работа требовала максимальной отдачи, отнимала много времени и сил. Но несмотря на это, Семен находил возможности и для медийной самореализации. В ноябре 2011 года молодой человек вместе с единомышленниками запустил видеожурнал «Код места» – информационно-развлекательную программу для российских туристов об интересных местах Праги. Семен признается, больше всего в Праге не хватало настоящей русской зимы. Снега, конечно, не хватало. Вот мне, как любителю беговых лыж, там очень хорошо развиты горнолыжные курорты, то есть на горных лыжах покататься без проблем. А именно на беговых лыжах достаточно проблематично. То есть, грубо говоря, в самой Праге есть только один ипподром, который зимой там на несколько недель заполняется снегом, и на этом ипподроме можно по кругу побегать на беговых лыжах. Периодически по рабочим делам Семен наведывался в Сыктывкар. Смена обстановки бесследно для пытливого ума нашего героя не проходила. Молодой человек анализировал то, что происходит за кордоном, и задумывался о том, как применить полученные знания и опыт на родной земле. Вернуться обратно в Сыктывкар Семен решил в 2013 году, когда ему предложили интересную работу в крупной строительной компании. Я не уезжал из Сыктывкара, потому что мне здесь было плохо. У меня здесь все хорошо. И было, и есть, и будет. Я уезжал для какого-то своего нового опыта жизненного. Я его получил, я безумно этому рад и благодарен. По большому счету, я сейчас работаю в строительной компании, и я транслирую тот опыт, который у меня был там. Ну, плюс, само собой, я использую тот опыт, который был у меня наработан здесь, в масс-медиа, в рекламе, в работе с телевидением, с радио, с газетами, потому что это тоже является востребованным. Семен уверен, на рынке труда в первую очередь востребован тот специалист, который нацелен на профессиональный рост и дальнейшее развитие. Сегодня таким людям республика предоставляет массу возможностей. Главное – это желание. То есть сейчас как раз недостаток квалифицированных молодых кадров. Проблема в том, что молодежь как-то потеряла мотивацию к деятельности. То есть молодые люди, которые там ничего не хотят и ничего из себя не представляют. То есть на самом деле сейчас достаточно большая проблема, и у меня там мои знакомые, друзья, они просят: «Сём, ты порекомендуй кого-нибудь, кого можно было взять на работу толкового,
чтобы человек не только там в iPhone пальцем тыкал, но и хотя бы хоть немного работал. Я очень радовался, когда проводил тренинг на дне тренингов в Сыктывкарском государственном университете, что там очень много молодых людей, которые в субботу, вместо того, чтобы проводить время на природе, они пришли и занимались самообразованием. То есть это люди, которые заинтересованы в собственном личностном росте. И такие люди всегда найдут себе применение. По статистике, чаще всего на переезд в другой город решаются мужчины в возрасте до 35 лет. Психологи связывают это с тем, что в отличие от женщин, представители сильного пола более решительны и по природе своей склонны к смене обстановки. Мотивы при этом у всех разные. Кто-то ищет хорошей жизни, а кого-то к переменам подталкивает сама жизнь. Как думает такой человек, который способен на переезд? Он думает, что здесь у меня не получается, потому что обстоятельства или люди складываются неудачным для меня образом. И вот я поменяю обстановку, поменяю город, поменяю работу, поменяю окружение, поменяю людей, у меня все будет получаться. Но, как показывает практика, смена обстановки к желаемому результату приводит далеко не всегда. Психологи утверждают, зачастую люди попросту пытаются убежать от самих себя. В итоге через какое-то время все опять возвращается на круги своя. Люди забывают, что погружаясь в другой город и переезжая, они все равно остаются собой. То есть они себя перевозят такого же в этот город и, как правило, встречаются с теми же самыми трудностями, с которыми встретились и в этом городе. Бывают, конечно, и другие случаи. Иногда переезд жизненно необходим в случае той или иной кризисной ситуации. Развод, утрата каких-либо значимых отношений или смерть близкого человека. В этом случае смена обстановки помогает восстановить душевный баланс и прийти в себя. Нередко переселение в другой город обусловлено интересным предложением по работе. Все это, по мнению специалистов, явление обыденное и абсолютно нормальное. Куда хуже, когда люди спонтанно срываются с места, даже не попытавшись понять, в чем кроется причина их насущных проблем. Если человек не меняет себя и, погружая себя в другую среду, думает, что все сложится замечательно, да, не растет, не взрослеет, не работает над теми трудностями, которые у него были в старом месте, да, то, как правило, он сталкивается с разочарованием. Все повторяется по тому же сценарию, да, все повторяется вновь. И, конечно, у него может возникнуть на фоне разочарования в себе, в своих возможностях, у него может возникнуть состояние апатии, депрессии, да, которое он может переживать по-разному. Депрессия переживается по-разному, она может привести к заболеванию соматическому какому-то, да, или может привести, например, к каким-то суицидальным мыслям, что я не нужен никому, зачем вообще мне тогда продолжать жить на этом свете. Конечно, можно вернуться и начать все заново на старом месте, но на столь решительный шаг способны далеко не все. Если мы говорим о возврате в прежний город и в прежнюю среду обитания, то человек должен признать ответственность за свой выбор. Он должен понять, да, я совершил ошибку, я ошибался. Мое решение о переезде было не до конца осмысленным, непродуманным. И я теперь осознаю, что это был неправильный выбор. И когда человек признает ответственность за выбор, принимает решение, что я ошибался, ему легче вернуться. На это менее склонны мужчины. Им сложно переживать процесс неправильности, неправильного выбора, неправильно принятого решения. Наш следующий герой из общей статистики явно выбивается. 2 года назад известный сыктывкарский рок-музыкант Дмитрий Филатов покинул отчий дом и отправился покорять новые музыкальные горизонты. Жизнь на чужбине для рокера стала настоящим откровением. Артист понял, а дома-то хорошо. И главное, вернуться в родные края никогда не поздно. Ну, сейчас мы планируем отрабатывать программу как раз для того небольшого тура, который я рассказывал. Ну, то есть мы заготовили забойный материал из старых, новых песен, из новых переделанных. Вот их откатали, уже практически довели до блеска. Мы поедем Котлас, Архангельск, Санкт-Петербург. На момент наших съемок группа Кинкиде полным ходом готовилась к концертному туру. Уехать, чтобы вернуться. Это сейчас такой вариант для себя и своей команды фронтмен коллектива рассматривает как самый оптимальный. Но еще каких-нибудь пару лет назад дела обстояли совершенно иначе. Просто настал такой момент, когда в Сыктывкаре у меня с людьми перестало получаться как бы взаимопонимание. Вот. А в Питере открылись пару возможностей с другими людьми. В общем, поехал в Питер, как бы собрал новый состав и играл там какое-то время, полгода. Вот, попробовал местные клубы,
послушал местную музыку. В какой-то момент понял, что надо как бы ехать домой и делать вещи дома. А дома Дима успевает делать много разных вещей. Днем работа, вечером любимая музыка. Три раза в неделю репетиции, в остальное время сведение материала и поиск новых творческих идей. За 6 лет своего существования Kinky Dep выпустили 4 полноценных альбома. Песни записывают сами на своей репетиционной точке, которая для группы уже стала вторым домом. На вопрос, как удается находить время на все, музыкант отвечает просто. Да. Главное найти баланс. Не тяжело, достаточно же хотя бы раза 3 в неделю репетировать, и твоя группа более-менее в тонусе находится. Когда как бы пора писать альбом, тогда, конечно, больше времени нужно. Или то же самое, нужно просто уметь договориться со своим работодателем, чтобы он тебя отпустил в тур, там, на концерт куда-то. Договориться пока что получается. Дмитрий признается, мегаполис на него сильно повлиял. Переосмыслив свое «я», музыкант посмотрел на жизнь с нового, доселе невиданного ракурса. Я понял, что сильно привязан, ну, к своему как бы маленькому, ну, родному городу Сыктывкару, и в первую очередь к людям, ну, как бы, к друзьям, к семье. Как бы я считаю, что в первую очередь семья, друзья, а музыка тоже второе. Сейчас в современном мире, век интернета и всей развитости, как бы, информационной, ты можешь узнать практически все, что как делать, как записывать музыку, как ее играть, как себя совершенствовать, как находить себе подобных людей. Сейчас, где ты живешь, не столь важно. Важно там, насколько ты честно занимаешься своим делом. Ничто нам не мешает, будучи в Сыктывкаре, организовывать, договариваться о концертах в других городах. Вот, поэтому переезжать отсюда точно не собираюсь. Как бы это мое место. Как бы я здесь вырос. Нельзя как бы тут, ну, в корне отрицать. Все, я даже немножко жаль людей, которые бросили родные города, как бы ради больших. Особенно тех, которые сделали это и погружаются в эти города, теряя себя и не добиваясь как бы, ну, поставленных задач, но они не могут признать, что как бы у них не получилось, но и смелости не хватает вернуться там к своим людям и сказать, что вот я вернулся, как бы вот я дома, типа. Аудиофилы,